Привет! Привет! Вы на канале Меркати и Миши. Сегодня у нас день Пасхи, и мы едем отмечать Пасху к деду с бабой. Ну что, поехали? Да! Катя что-то застряла там. Катя, догоняй Мишу! Миша на своем велике уже упер. О, мы уже подъезжаем к деду с бабой. Они живут вон там, где-то вон там. Катя! Кать! Катя не слышит. Кате очень нравится ездить по кривой дороге. О, Катя застряла. Катя, у тебя что там? Ну-ка, давай, газуй. Газу! Ой, с буксами видали, как Катя умеет. Поехала. Все, мы приехали. Вон дед уже встречает. Молодец, молодец, молодец. Проезжай, проезжай, проезжай. Ой. Дед, привет. Здорово, Христос воскрес. Воистину воскрес. Уже свое, это самое... Мы вот приехали к деду с бабой. Сейчас мы будем биться яйцами. Мишка, где ты яйцо взял? Вот. А ты это положи. А. А, у деда, походу, свое крупное. Свое сильное яйцо. Катя, давай вот это лучше. Давай, Катя, покажи. Давай, Катя! Давай, дед, держи. Пускай, бейте. Ну ладно. Где перед мозг? Не, у меня сильное яйцо. Мозг? Я хотел яйцо. У меня, говорит, сильное яйцо. Давай ты я. Ну все, ну, давай. Снимай. Дед Саша снимает. Ну бей, Лаша. Давай. Кто бьет? Я. Упс. Ну ты в бок ударила. Ну давай наоборот теперь. Ну ничего. На, теперь, не, теперь на, мое держи. И это будешь аккуратно вот такой держи. Пускай Миша бьет. Пускай Миша бьет. Бей по центру, Миша. Вот этим? Этим? Да. Да. Он сильный. Вот такой. Бок ударил. Бок бьешь, блин. Да Миша специально, у него тактика такая. Ну-ка. Опа. Ага. Я же сказал, у Кати жопа сильная. Разбил. Нос крепкий. Ну все, чисти давайте. Теперь это. Кушайте. Мишка с Настей. Баба, а ты что, яичком не будешь биться? Кушать. Только долбанись хотя бы чуть-чуть. Ну разбей, баба. Я не буду кушать. Не хочешь? Нет, это мое яйцо. Это мое яйцо. Вот твое. Нет, подожди. Почему сейчас кушать будем? Я не хочу яичко кушать. Катя не кушает, она бьется. Давай. Ты только дерешься? Давай. Яйцами. Ровненько дери, так вот, и бей. Вот. Жопами, говорит. Прямо бить. Вам сказали жопами, а не яичками. Сделай тебе это яйцо. Это мое, я оттуда взял, ты вот это мне дал. Ну все, победил я. Я победитель! Ну, классно вообще. Супер яйцо. Давай, баба ударит. Баба, бей. Победителю. Все-таки он победитель. Я победитель. Так. Ой. Здесь так будешь бить. Так. Давай. На тебе. Опа. Все. Аж рассыпалось на Мишу. Все, теперь кушать придется. Как не будешь? А зачем разбила? Самое главное набить. Да, Катя? Я по носикам, она меня ударила. Тут игра такая, что кто это самое, надо кушать, Федя. А я выиграл. Марш!
Давай, давай, кто у нас побежает? Михаил! Второе место у Александра. Ну и Наська чуть-чуть приподнялась. Мы, короче, собрались идти на табол. Сейчас будем там отмечать Пашку. Вся наша бригада. Вторая часть бригады наша подтягивается. И вон дед с бабой идут. Тоже название как у меня. Вот, короче, мы наконец-то приехали на речку. Уже разматывают удочки, типа рыбачить. Ну, главное закинуть. Так. Катя! Это, письмо надо было взять с тобой. Привет! Миша, привет! Миша! Привет! Катя, смотри на папу. Да она уже смотрела. Один раз или сколько? Один раз. Катя с мышь, с мышей, с Мишей рыбаками заделались. Тихо. Тихо, то рыба клюет. Оп-оп-оп-оп, Мишанька. Кого клюет? Держи, не дергай, вот смотри. Зашевелился, оп. Да, кстати, дергает. Это мы смольки дергаем. Держи, 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 держи. Оп, оп. Ну да, это они. Дергаю, да. Салаги клюют, да? Да по-любому. Салаги рыбачат, салаги клюют. Смотрите, да, не запутайтесь. Может, червяка мне тогда реального. Реального червяка? Ну да, у тебя червяк реальный. Ну. Догадался. А где Катя? Догадаться несложно. В траве. Катя в траве прячется. Это мой идет сюда. Ну и держи, держи. Он так сильно уйдет, Мишань, и тогда... Катя, привет! Что, Христос воскрес? Ну, истину воскрес. О, истину. А нам он, а ну. Катя решила раздеться. Спать будешь, да, Катя? А что будешь, помидоры кушать? С салом. Помидоры с салом. Катя, а яичками будем биться? Катя, раздевайся, комариков покормим сейчас. Там помидоры вон это, ложку. Катя, открывай давай яички. А-а. Сейчас будем гаситься. Давай, давай, открывай. Сейчас я буду выбирать яйца. Они тут все побиты. Ха-ха-ха, выбирайте. Но все равно. Идите, не бросайте. Вы их почистите и делите. Да, потом делитесь. Да, уже тут все. Побитые, что ли? Да, побитые. У Кати тоже побитая? У Кати целая? Да просто это розненькая. А там уже розненькая, побитая. А, ты карманов нет, да. Ну что, вы бьетесь, нет? Нет. Настя, давайте. У меня нет яиц. Ну ладно, вы для виду имитацию. Для виду имитацию сделаете, да, как вот будто вы дерете. Настя, ну давай. Ладно, на, блин. Чикаться. Куда смотрим? Катя. Катя, смотри на это. На камеру. Катя. Что, кто победил? Дружба. А Катя, ты что выбрала розовое такое, сливается там. Ну, она же такое выбрала. Подержи, чтобы я тебя сфоткала. Мне нравится, потому что такой цвет. А, ты... Твоя жопа. Жопа, жопа. Сами вы жопа. Худые две задницы ходят. Здесь вообще с одной стороны хорошо. Привет, Катя! Поэтому мы сюда все время и сваливали.
или... Ой. Да отвали, дед, а. Ну пускай возьмут, так вот, типа держится. Отвали, там крючки нырять. Вот так вот, держи, держите крючки, вдвоем. Смотрите. Вдвоем ну, вот так рыбку. Зацепите. Да ладно, не зацепи, чуть. Кать, будешь сало жарить? Американцы. А чё? Американские дети жарят, как он там, зефир, да? Да. На костре, а наши сало и рыбу. Да какие американцы? А рыба. Только... Они тупые. Сало не понимает, что такое. Да не от меня. Не от меня, говорит. Не от меня воняет. Чё не воняет? Какашками. Какими? Читами. Как реально отсюда чем-то трёт, я не понимаю. Как, Настя, как пишется какаш? Кать, покажи, какая у тебя палка длинная. О, какая у Насти здоровая. Вообще капец. Да, а, на самого неба. Настя еще на горе стоит просто. До самого неба. Ну, отсюда смотреть и у Кати до неба тоже. А у Миши аж до костра. О, костер. Родила троих детей, все разные. По именам или как? Нет, одни собаки, другие куры. Что, вы пока будете говорить? Да. Ну, говорите. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Меркати и Миши. Всем пока! Пока-пока! Эй, не шумите вы! Пока.